фильм на YouTube. Да, разумеется, конечно. Лучше просто более функционально касаемо сцен. Да, да, убедись, понял. Если нужны какие-то минимальные задачи, то есть можно не заморачиваться и просто стендап пишите. Конечно. Как закончил называется, потому что... OBS Studio. И что ты? Код туда выставляем. А, код там выставляем, сейчас покажу. Вот для каждого отдельного. Заходим в настройки, вещание, выбираем YouTube, YouTube Play, и здесь ключ потока. И вот сюда мы кидаем наш ключ потока. То есть все, после этого...